Полезный и вкусный отдых малышам и взрослым предлагает единственная в Анапе мастерская шоколада. Потому что это не только сладость, но и средство поднятия настроения. Отличный подарок для любого возраста и даже лечебное средство. Здесь есть кофейня, где можно насладиться чашечкой кофе, горячего шоколада по фирменному рецепту, полакомиться необычными конфетами, отведать свежайшую выпечку и даже десерт под теплым шоколадом. Об истории появления лакомства, начиная с древних индейских времен, расскажет в Музее истории шоколада. Единственный в Анапе. Занимается лакомством семейная династия Шоколатье – мама, папа и дочь. Когда мы открывались здесь, я уже изначально знала, что мы будем особенными. Мы предоставляем как раз такую возможность нашим посетителям побывать в Музее истории шоколада, прикоснуться к такой красивой, уникальной истории замечательного продукта шоколада и получить навыки первичные, работы с шоколадом на мастер-классе. Мастера сладкого искусства постоянно повышают квалификацию, участвуя в выставках российского и международного уровня. Я неожиданно зашла на Самбурова 58 и выставку видела шоколадную. Ну просто глаза разбегаются. Большой выбор шоколада ко всем праздникам. И цены вполне доступные. Рекомендую. В случае с шоколадом действует правило. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть. Приходите и пробуйте. Дегустация бесплатная. Испытать себя в роли начинающих шоколатье могут и взрослые, и дети. Именной сертификат и фото на память – все это дополнит встречу с мастерами шоколада и оставит приятное послевкусие. Запомните адрес: город-курорт Анапа, улица Самбурова, 58. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-регион.